Сегодня кузнечное ремесло в большинстве случаев заменено промышленной ковкой изделий. Но потребитель желает иметь эксклюзивные изделия и обращается к мастерам, которые производят продукцию по индивидуальному заказу. И профессия кузнеца может стать перспективным источником дохода. Сегодняшний кузнец работает на современном оборудовании, что упрощает ковку металла. Но человек, занимающийся художественной ковкой, должен обладать вкусом, создавать качественные вещи, чтобы продукт выглядел привлекательно и служил долго. Хобби может стать бизнесом или вариантом предпринимательства, когда нанимают работников и открывают бизнес по производству на заказ различных кованых изделий. Стоит художественная ковка дорого. Это малое предпринимательство с небольшими объемами, стартовый капитал требуется небольшой и конкуренция низкая. Для открытия производства необходимо помещение. Если заказов много, следует запустить несколько линий, нанять работников. Но обычно для художественной ковки подойдет помещение в 50-70 квадратных метров. Потребуется также склад. Небольшую мастерскую для изготовления мелких изделий можно разместить в гараже. Если помещения нет, его нужно арендовать в центре города, ближе к клиентам. Стоимость аренды может значительно варьироваться. После этого нужно закупить оборудование. Сегодня большое распространение имеют горячая и холодная обработка заготовок. Чтобы предлагать широкий ассортимент продукции, необходимо универсальное оборудование. Его стоимость значительно отличается. Для работы понадобится станок художественной ковки, прокатно-формовочный, гибочно-фактуровочный, гидравлический пресс, гибочные машины, вальцы, отрезные машины, листогибы и профилегибы. Список оборудования зависит от формата работы и предлагаемой продукции. Комплект профессионального оборудования обойдется в 10 тысяч долларов. В целом, стартовые инвестиции потребуют суммы в 15 тысяч. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.